Здравствуйте, Константин. Добрый день. Ну и действительно, уже потихонечку начинает мир пытаться вернуться к прежней жизни, но все, ну, расхожая фраза «мир уже никогда не будет прежним», понятно, что какие-то вещи нужно будет корректировать и придумывать как-то по-новому, как мы сможем по-новому какие-то... строить бизнес, строить какие-то отношения между людьми, путешествовать, питаться. И вот здесь есть ли какие-то уже выработанные, может быть, рекомендации, какие-то уже ну, вот устоявшиеся правила, которым можно следовать? Ну, надо сказать, что, конечно, полноразмерных правил каких-то еще никто не прописал, хотя уже... направления, куда двигаться, они уже как бы появляются. И надо сказать, что в такой вот любящей всевозможную организацию структуре, как Европейский Союз, уже появились рекомендации, которые разосланы разным странам, в том числе и Латвии, об этом писали пару дней тому назад. Эти рекомендации направлены на то, чтобы как бы показывают, что нужно делать каждой стране для того, чтобы, так скажем, в дальнейшем заниматься и в дальнейшем прийти к устойчивому развитию. В частности, в Латвии это вопросы и здравоохранения нужно улучшать, социального обеспечения. Ну а в плане развития экономики, то, конечно, ориентация и поддержка всех вещей, связанных с одной стороны с цифровой экономикой, а с другой стороны с так называемой зеленой экономикой. Вот, то есть можно сказать, если убрать, так скажем, бюрократические всевозможные украшательства, то можно сказать так, что Латвии рекомендуется либо что-то делать с цифрой, то есть придумывать какие-то программные продукты, какие-то интересные приложения. В общем, короче говоря, ночью микроэлектроника тоже, может быть, что-то имеется в виду. В общем, короче говоря, делать именно вот в этом направлении. А второе направление, оно гораздо более размыто. Понятие «зеленая экономика», оно крайне многообразно сейчас. И зеленая экономика – это может быть и выращивание новых сортов, скажем, продуктов питания. Это тоже зеленая экономика. Это, например, отказ от использования горючего, углеводородного. Кстати, вот в Латвии, по-моему, больше 60% всего топлива – это соляр, которое сейчас считается, в общем-то, весьма неблагополучным топливом. И не только по причине выбросов углекислого газа, а в том числе по причине выбросов соединений серы, соединений азота, которые тоже считаются, что они весьма вредны. Мало того, есть корреляции, которые показывают, что тяжесть развития заболевания, вот этого коронавирусного COVID-19, оно прямо связано с состоянием загрязнения окружающей среды, то есть воздуха. То есть чем более загрязненный воздух, тем, естественно, более угнетенные наши легкие. Потому что ничего не... Вообще весь организм угнетенный, но легкие в первую очередь. Следовательно, эти легкие, они хуже воспринимают, хуже борются с инфекцией. То есть отсюда делается простой вывод. Воздух должен быть чище, в том числе в городах, естественно, да, и тогда люди болеть будут меньше или они будут болеть так же часто, но легче. Вот как бы простая логика. Отсюда дальше возникает вопрос. А как сделать, чтобы воздух был чище? У нас нет своих автомобильных предприятий, но, естественно, имеющиеся у нас средства мы можем потратить, например, на покупку старого чадящего автомобиля. Вот так вот, да? Вот. Мы можем купить на покупку автомобиля, пусть БУ, но бензинового. Это вроде как бы легче. Мы можем купить автомобиль, который будет, правда, дороже, но автомобиль, который использует пропан-бутан, то есть сжиженный газ, и, слава богу, заправки есть, или мы можем купить гибрид или электромобиль вообще, да? Вот. Естественно, сейчас все уже прекрасно понимают, что электромобиль – это точно так же, используя электромобиль,
вы в атмосферу выбрасываете точно так же, как какие-то, так скажем, парниковые газы, потому что электричество для вашего электромобиля было, скорее всего, получено ли на тепловой электростанции. Ну, и в лучшем случае на ГЭС. Еще лучшим, то в том же также хорошо, если бы это было получено от ветровой, так скажем, станции или солнечной батареи. Тогда вообще замечательно. Но, в частности, вот в наших случаях, получается, что здесь просто переносится зона загрязнения из концентрированной в городской в какую-то более размазанную. Ну, стоят электростанции где-то вдалеке и дымят. Ну, у них да. Высокие трубы, все это уходит в стратосферу почти что. Так что, в общем-то, как бы для жителей города воздух все равно чище. Так что вот у нас целая линейка есть. На одном конце у нас старый, условно говоря, старый автомобиль с старым дизельным двигателем чадящим, и на другом тихо шуршащий, ничего не выделяющий в городе электромобиль. Вот где-то вот. Так вот, значит, предпочтение потребителей нужно сместить от вот этого самого дизельного агрегата вот к электричеству. Вот это тоже будет движение в области зеленой экономики. Поэтому я точно уверен, что руководство в правительстве будут задумываться над всевозможными мерами, чтобы не мытьем так катанием заставить потребителей отказаться от старых дизельных и перейти к электрическим или, например, газовым автомобилям. Но я, честно говоря, знаю только один способ, который, по-моему, и используется в нашей стране. Это просто повышать налог и таким вот, условно говоря, бить рублем бедных, недобитых еще фермеров, которые используют эти автомобили где-нибудь там у Злауки. А, вот тут очень интересный момент. Вполне возможно, должна быть, придумают структурную, такую сегрегированную систему налогообложения. Если машина, она же может быть автомашина, трактор, да, вот, комбайн, если они находятся, эксплуатируются за пределами города, то там один налог небольшой. А вот если в городе, тогда же называется по полной программе. То есть тут я тоже абсолютно согласен, что налоговую систему можно сразу уже предсказать. Ее будут усиливать. Тут никто не отвергнется. Тут есть еще один есть важный момент, что, в принципе, можно изменять структуру транспорта. Вот долгое время, вот буквально полгода назад, когда мы по этой же теме беседовали с вами, Олег, да, то говорили, что все говорят, что давайте будем ездить на общественном транспорте. Что сделал ковид с этой идеей? Он ее грохнул. Потому что какой общественный транспорт, если в общественном транспорте сплошные вирусы? Ведь это ладно, это сейчас мы все в радости, тут отменили, это отменили, вроде все, жизнь начинается. Хотя при этом те уже говорят, что вторая волна, она не за горами, она может начаться очень быстро. Даже не обязательно осенью ждать. А там и третья подойдет. С медиками, которые со специалистами, ведь когда говоришь, они же очень мрачно настроены, особенно те, которые видели, как все это выглядит в натуральном, как говорится, в натуральную величину. Поэтому, естественно, что нужно понимать, что общественная идея общественного транспорта, чтобы набить туда людей, как сельдей, бочкой, вот, она как-то, так скажем, уже теряет свою привлекательность. А если сделать этот транспорт более, ну, скажем так, соблюдая дистанцию между людьми, то он оказывается очень и очень затратным. Это уже нам рассказали вот в Риге с Сатексме, когда они посчитали и говорят, что огромнейшие убытки мы несем именно из-за того, что мы должны, ну, стараться ограничивать количество людей, заходящих в этот транспорт. Раньше мы перевозили большое количество, теперь перевозим в 4 раза меньше. Ну, правильно, а расходы остались те же. Вот и получается, что это уже гольный убыток. Но дальше прям переходим к еще более такой сложной вещи. Если мы ничего не можем сделать с транспортом, и ничего не можем сделать толком с этим самым ковидом, то тогда, значит, что-то нужно делать с нашими городами. Ну, или с самой системой, ну, нашей работы. То есть нужно менять нашу жизнь.
И это тоже что-то относится к вопросу зеленой экономики, как ее сейчас презентуют. Например, вот сейчас говорят удаленно. Но вот выяснилось, что сначала же было вот удаленно, сейчас весь мир на удаленку перейдет. Ну, выяснилось, что с одной стороны все на удаленку не перенесешь, а с другой стороны выяснилось, что и не хотят люди сидеть дома постоянно на удаленке, потому что это мало отличается от отсидки в такой хотя бы благоустроенной, но тюрьме. Психически люди не выдерживают. И вот тут возникает следующий вопрос. А зачем людям нужно так активно перемещаться через весь город, туда-сюда? Это же вот стоит вспомнить, как, например, лет 30-40 назад, как в советское время, когда была активная такая крупная промышленность, были огромные потоки, которые ехали из Имонты, они ехали на югу. А другие люди ехали из Пурсимса, они ехали в Задвинье. И вот тогда же, кстати, идея метро же не просто так появилась. Она появилась именно потому, что нужно было что-то делать с этими огромными потоками людей, которые ехали на бесконечные заводы. Вот говорят, сейчас заводов таких больших нет. Да, так скажем, поток людей сместился. Но все равно у нас фактически, если посмотреть на карту Риги, то понятно, что на самом деле в городе очень часто есть отдельные центры, так скажем, деловые, да, и есть спальные районы. И эти спальные районы между собой могут зачастую плохо коммуницировать. Вот помните эту идею с трамваем на улице Скансес? Да? Я не очень хорошо представляю себе, какие там были расчеты. Я когда-то в районе улицы Скансес у моих родителей, дедушек, бабушкой, там был огородик, там, где сейчас стоят банки. Да? Вот. Когда-то, 40 лет назад, там были огородики. Да? Вот. Так вот, сейчас там стоят здания этих банков, стоят дорогая недвижимость, да, вроде бы все хорошо, там можно парки сделать, вот эти спортивные арены там есть. Вот. И вполне возможно, что именно, чтобы возить туда людей, нужно было провести такой экологический транспорт, как трамвай. Ведь если посмотреть, это ж не одна улица Скансенс в Риге есть. Да? Вот. В Риге таких вот, районов, таких агломераций несколько штук. И дальше возникает вопрос, нужно ли всегда, чтобы человек, условно говоря, из Юглы ехал в центр города? А может быть, ему вообще не нужно ехать в центр города? Может быть, нужно производить раздробление, допустим, той же офисной системы и офисы перемещать, так скажем, раскидывать по всему городу? Это, кстати, только один из примеров. Я точно такую же лекцию про то, что так, может быть, стоит делать, слышал еще 10 лет тому назад в Копенгагене, где тоже говорили о том, что мы приходим к очень интересному моменту, что общественный транспорт тогда не нужен, когда человек спокойно может добраться от работы до дома пешком или на велосипеде. Но тогда это казалось такой блажью скандинавов, да? Ну, тем более, что наверняка ведь ситуация в офисе работают люди, которые живут в разных районах. Как тогда, ну, как голосованием принимать решение, где, куда перенести, в какой из районов офис? Потому что если люди в Имонте, Югле и, там, не знаю, в Пурсимсе работают, я имею в виду, живут, а работают в центре, то там понятно, им всем нужно съехаться в центр. А если перемещать в какой-то из районов, то как вот принять решение? Вот тут очень важный момент. Ведь обратите внимание, например, человек, который, вот возьму город Хельсинки, который я хорошо знаю, и я там жил в нескольких местах. И жил не потому, что менял места, не потому, что, хозяевам это не нравилось. Хозяевам все было хорошо, в Финляндии там не забалуешь, все нужно действовать согласно инструкции, да? Вопрос в другом. Менялась ситуация, менялась работа, и квартира становилась неудобна. Ты собираешь свои манатки и переезжаешь в новую квартиру. Нормально совершенно, я знаю многих своих друзей, которые одно время, будучи молодыми супругами, жили в очень
такой уютненькой, знаете, как английское слово есть cozy. Такая прелесть, такая квартирка, но зато в центре города, чтобы гулять, ходить в ночные клубы. Потом появились дети. И они совершенно спокойно собрали всю эту квартиру, сдали и сняли квартиру у черта на куличках, потому что тут рядом и детский сад, и все, и природа, и хорошо. И жили себе там в трехкомнатной квартире. А вот сейчас уже изменилась ситуация. У них уже дети выросли. 18 лет в Финляндии – это уже взрослые дети. Вот, они начинают жить самостоятельно. Им родители могут помогать, но они будут все равно уже отделяться. Да? Им теперь тоже не нужны такая шикарная большая квартира. А тут вдобавок у мужа работа поменялась. И они меняют квартиру туда, поближе к работе своего, ну, так сказать, мужа, да? Потому что жена, она работает удаленно, она там по художественной части, ей не нужно. А вот мужу надо ходить в офис. Так зачем нам квартира с этой стороны города? Давайте возьмем квартиру здесь. О чем это говорит? О том, что иметь жилье в собственности, смена которого, то есть это же означает, что сейчас продажа, покупка, да, нового, это кошмарно тяжелая вещь. А вот только если, допустим, вы как бы все время арендуете, ну, жилье, да, то сейчас вы арендуете вот это жилье, а через месяц вы арендуете другое жилье. Когда говорят о том, что ведь что-то хочется иметь такое вот для души, ну, такое, знаете, корни, да, то Финн говорит, что у него есть дача. Угу. Вот есть дача за 200 километров, а может и за 300, в Финляндии это нормально. Вот. Есть дача, дикий лес какой-то там, или там бугор каменный, гранитный, да, вот как у моего хорошего друга есть остров. Между Финляндией и Швецией. На острове, в тот момент, когда я был, жила собака-боцман, жила мама хозяина, жило две гадюки и заплывали морские овцы. Это обыкновенные овцы, которые просто мигрируют с одного острова на другой, чтобы поедать водоросли. Вот. Ну, там такие жили. Вот. Хотя их, правда, не видел. Ну, вот они, собака, две гадюки, свойки какие-то еще. Вот этот бугор, вот это все, это уже чуть ли не 100 с лишним лет их собственность. Это их дача. А в городе этот господин жил и в одном месте, и в другом, третьем, сейчас еще где-то переселяется. И точно знаю, дети вырастут, он с женой переселится в маленькую квартирку, потому что маленькую квартирку легче обслуживать, меньше платить, хотя на самом деле человек этот весьма по нашим меркам обеспечен. То есть какая логика? Логика в том, что жилье вот именно постоянное, вот, которое мы используем для жизни вот, в нашем понимании, оно должно быть легко заменяемым, и тогда решается вопрос. Если вам нужно работать рядом с вашей компанией или с вашим заводом на Югле, то вы снимаете квартиру рядом на Югле, и тогда ездите в эту квартиру на велосипеде. Или на электрической какой-то тележке там. Вот. Но вам уже общественный транспорт в виде автобуса, он уже вам не нужен. А автомобиль, если нужен, то есть такой каршеринг. Вы можете по каршерингу взять. Да? Вот. И обратная ситуация. Изменилась ситуация, вы работаете в другом месте. Да? Ну, собрали свои монетки и переселились в другое место. Это что стимулирует? Это стимулирует развитие так скажем, производство, строительство жилья, именно как жилья вот такого шеринга, для сдачи его в наем. Вот очень интересно, что, например, в той же самой Финляндии, когда говорят, что человек покупает квартиру, на самом деле он покупает паи. Но там есть еще возможность покупки права на постоянное проживание. Вообще, честно говоря, тут даже и не передать. У нас таких слов, по-моему, нет. А у них есть, то есть у них возможность, так скажем, проживания в квартире, это может быть очень самым разным, так скажем, правовым способом описан. Но смысл и идея как раз и заключается в том, что не ты подстраиваешь всю свою жизнь под место, где ты поселился, знаете, как дерево. Как мне один финн сказал, он говорит, но я же не сосна, вот у меня, говорит, задача сосна, она не может уйти.
А я не сосна, я могу жить в этом месте, а могу в этом месте, а могу в следующем месте. Вот я тоже знаю одного господина, который 20 лет тому назад, он очень увлекался всевозможными там видами спорта, да, 5-10, прошло 20 лет, у него проблемы с ногами. И вот он выбрал себе другое место жительства, там, где рядом находятся рядом все центры, поликлиника рядом находится. Вот для него это стало, и его жены, стало это важно, чтобы рядом, вот перешел дорогу, была поликлиника. Ну, автобус там останавливается рядом и магазин напротив. Вот это становится для человека после 65 лет уже на пенсии очень актуально. И он говорит, что он с ужасом представлял себе, если бы он жил там, где он жил 20 лет назад, когда до ближайшей остановки автобуса нужно идти 1 километр. Вот как, допустим, пожилому человеку, у которого проблемы с ногами, тащиться до ближайшей остановки, а до поликлиники еще ехать 5 или 6 остановок. То есть, если бы это была его собственность там, вот, тогда у него были бы проблемы. Всегда же проблемы с продажей, как говорится, с покупкой, потери. А когда ты знаешь, что ты находишься у себя в квартире, как скажем, знаете, как турист в палатке, да, вот, то, кстати, твое отношение к лишним тратам меняется. Это я вам точно могу сказать. Потому что это когда ты живешь в своей квартире, она обрастает хламом. Ты покупаешь, а потом что-то это тебе, знаешь, хотелось бы купить еще что-то, что-то нужно выкинуть. Знаете, возникает вот это вот состояние, когда ты теряешь интерес для производительных сил. Потому что, ну сколько можно покупать, да? А когда ты перемещаешься, то ты очень четко начинаешь понимать, что есть вещи, которые ты никогда не будешь использовать всю жизнь. Например, условно говоря, письменный стол. Ты не будешь его передавать в наследство. Ты не будешь использовать, покупать, допустим, шкаф на всю свою жизнь или кровать. Кровать срок жизни 10 лет. А через 10 лет ты точно куда-то будешь переезжать, и ты эту кровать можешь оставить. Знаете, какая, в чем логика? Когда говорят, почему произведение, которое, ну, там, мебель, которая продается в скандинавских мебельных магазинах, они у нас тоже есть, да, мы все их знаем. А, да. Она такая, как скажем, ситуативная. А все очень просто. Потому что она в первую очередь создана для такого рынка мигрирующих людей. Потому что я могу привести пример у моей, ну, вот шкаф, который оставался у нас по наследству от бабушки, такое было ощущение, что она его уже получила. То есть он такой дубовый, такой массивный, огромный шкаф, который очень тяжело куда-то перевезти. Его нужно там сложно разбирать, собирать. Но это вот чувствовалось, что мебель строилась, ну, вот на несколько поколений уж точно семей, которые будут жить с этим шкафом. Вот, вот опять-таки это пресловутая финская дача. Кстати, у них слово «дача» тоже используется именно в русском варианте, произносят. Вот. Они, я был в гостях у одного своего друга, у которого стояло трюмо. Вот такое резное, такое старое. Вот он говорил, что это еще прабабушка получила в наследство. У него там стоит это трюмо. И он там говорит, что больше ничего уже ему не надо. Ему, чтобы просто вот представить себе своих предков, да, вот у него этот трюмо, вот, он приезжает, он садится на берег озера, когда закат, белые ночи, а у него там дача-то вообще на крайнем севере. Вот он сидит, там в этом зеркале отражается солнце, вот как бы такое все. И вот он думает о вечном. Вот это у него как бы такое вот место. Вот. Где сосредоточены какие-то там воспоминания. Но в городе для него квартира – это место просто-напросто, как, знаете, такой своеобразный вариант такой долговременной гостиницы. Кстати, тоже вариант. Я не хочу сказать, что нам нужно, что, ребята, давайте срочно от всего отказываться и переходить на эти рельсы. Это невозможно мгновенно. Но то, что такую вещь будут пропихивать и что будут подталкивать вот к такой вот, чтобы была гибкая миграция рабочей силы, чтобы люди постоянно менялись, чтобы они
никогда, так скажем, не застревали, не костенели в каких-то своих вот, традициях, это будет обязательно. Это можно совершенно в этом быть уверен. Вот у нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Чуть-чуть тише радио сделайте. Да, можно категорически не согласиться. Смотрите, если мы возьмем домостроение, например, голландца, то у него фасад из кирпича, и дому 420 лет. То есть, смотрите, прапрапрапрадед построил этот фасад, а крыша из черепицы, и 400 лет, 3-4 там, поколения семей не делало никакого ремонта. Они живут в этом доме. А то, что говорит этот человек, он говорит, что каждые 15 лет нужно менять эту технологию. Так это как раз-таки нифига не экологично получается. Один построенный дом из правильных материалов может храниться 400-500 лет, и не требует он никакой модернизации, никаких затрат и так далее. Ну, нет? Я бы, наверное, тоже все-таки не согласился с такой точки зрения. Что экологичнее, спрашивают? Ну, здесь, во-первых, по-моему, мы говорим о разных вещах. Мы говорим о мобильности и о том, что строятся дома на 400 лет. Ну, я могу сказать, что когда строились дома в Голландии, вот эти вот, 400 лет тому назад, которые были старыми уже, когда Петр Первый туда приехал, да, тогда и население-то на земле было гораздо меньше. Я просто напомню, что когда в тот год, когда родился я, население было 3 миллиарда на всей планете. Сейчас уже под 8 подгребает. А всего 60 прошло. И это одна сторона. С другой стороны, на самом деле и сейчас в этих домах живет не так много голландцев. Просто потому, что таких домов мало. И в-третьих, вопрос не в том, что очень ключевое слово «время». Это жили или живут. А мы говорим о том, что будет дальше и куда Европейский Союз нас будет подталкивать, к какому образу жизни. Вопрос ведь, понимаете, какой? Если, почему в свое, вот эта известная есть фраза, что запланированное изнашивание или запланированное разрушение вещей. Скажите, пожалуйста, зачем, вот сколько много говорили о лампочках, которые никогда не перегорят, о стиральных машинах, которые могут работать 30-40 лет. Но это означает, у вас завод стиральных машин, вы всех обеспечили за несколько лет стиральными машинами, а дальше-то что вы будете делать? Только запчасти продавать? Вот ваше предприятие. Поэтому гораздо выгоднее, чтобы через 5 лет ваша стиральная машина долбанулась, развалилась, и вы бы пошли и купили новую стиральную машину. Возникает вопрос, где же здесь экология? Экология заключается в следующем. Вы должны эту стиральную машину не выкинуть абы куда, а что эту стиральную машину нужно разобрать, переплавить, переделать, опять выпустить новую, но для этого использовать экологически чистые источники энергии. Понимаете, ведь вы можете выплавить, допустим, ту же самую алюминиевую руду, вы можете, в алюминии, вы можете выплавить или расплавив бокситы, руду, то есть, да, электрическим током, а можете расплавить алюминиевые банки. Расплавить вы и то, и другое можете, либо используя электричество от тепловой станции, либо можете использовать электричество от гидроэлектростанции. В случае гидроэлектростанции у вас будет практически нулевой выброс углекислого газа в атмосферу. Вот все. А если вы будете плавить алюминий не из руды, а из алюминиевых банок старых, да, и, ну, и из алюминиевого лома, у вас потребуется электричество практически в 400 раз меньше, чем для того, чтобы выплавить его из бокситов. То есть вот ваша, так скажем, такой вечный перпетуум мобиле, да, алюминиевый. Вы плавите алюминий из алюминия, ну, из алюминиевого лома с использованием постоянно возобновляемого ресурса до крики. Вот это как бы картина, которую я посмотрел еще в 2007 году, когда Организация Объединенных Наций готовили вот примерно такой план, как можно двигаться в направлении так называемого устойчивого развития. Но в 2007 году не было ковида, еще не было кризиса 2008 года, да, вот, и были довольно-таки пессимистичные взгляды, потому что считали, что людей подтолкнуть на какие-то изменения очень трудно. Сейчас же мы видим, что люди вполне готовы менять
свой образ жизни, если их резко что-то подопрет. Вот. Так что я не хочу сказать, что, допустим, давайте рушить то, что есть. Но нужно поддавать себе отчет, как с этим ковидом, да, что теперь появятся новые требования, новые налоги, новые рекомендации, и нам придется подстраиваться каким-то образом под вот эти новые условия. Этого не хочет. Я, например, с ужасом думаю, если бы взяли бы и сказали, что нужно переселяться из таких вот домов, как в каком живу я, в новые дома. Да пусть они скажут, что вот есть такая же новая квартира, только новая. Но как я перетащу эту чертову мебель с этими безумными книжками и всеми этими безделушками, которые тут уже за 40 лет накопились? Так, с одной стороны, посмотришь, хлам хламом, да? А с другой стороны, воспоминания, вот, возьмешь, вот а то что-то такое, тут еще что-то есть, вот, блядь, пирамидка, даже не помню, откуда она. Вот, но выкинуть рука не поднимает. То есть я не хочу сказать, что я обоими руками за. Но тут нужно отдавать себе отчет, что нас спрашивают, будем так говорить откровенно, конкретно, никто не будет. Будут исходить из общеевропейских, общечеловеческих, можно сказать, глобальных потребностей. К этому нужно быть готовым. И нужно понимать, что нужно все-таки каким-то образом будет подстраиваться под новые условия, то есть в нашем случае как-то придумать, как ездить на работу, не пользуясь общественным транспортом, да? Каким транспортом ездить на работу? Кому-то велосипед достаточно, кому-то, может быть, электрический мотоцикл. Это, кстати, хорошее решение, что-то среднее такое, да? Вот. Кому-то, может быть, автомобиль стоит сменить с огромного такого, да, ну, драндулета, в котором ездит один тщедушный человечек. Знаете, самое смешное, когда огромная машина, да, а в ней маленькая женщина хрупкая. Вот. И самое интересное, что ей, да, похоже, эта машина тоже как-то не очень нравится. Но нужно куда-то как-то будет меняться. И вот это очень важный момент, потому что то, что появились уже такие рекомендации Европейского Союза, это очень серьезный, важный звонок. Потому что Европейский Союз рекомендует, но его рекомендации, знаете, как всегда, обязательны к исполнению. Угу. Ну что же, на этой ноте мы, наверное, сегодня закончим программу «Климат-контроль». Константин Ранкс был с нами на прямой связи. До следующей пятницы. Спасибо большое. До свидания. До свидания.